доктора дома. Разбитый. Сейчас идем дальше. Покажу. Здесь прямо сквер. Развернутый танк. Ребята, это пипец. Просто как 45-й год. Тут этот получается один, а вон там вот второй. А, вон еще третий. Короче, линии провода электрические полностью оборваны. Висят сопли. Идем. Пробираемся домой. Какой закат красивый. Ой, рассвет, господи. В мебельном этой фигне все полностью, все окна выбитые. Абсолютно все. У людей в домах, квартирах фактически везде выбиты окна. Видите, даже наверху. Так, ну, ёб твою мать, нотариус выбиты такие окна. И на конце вот там дальше что-то. И вон еще в конце танк стоит. Вот этот танк вообще, походу, целый. Короче, молимся, идем. Где вообще? Господи, помоги, пожалуйста, чтобы дом был целый. У Голубицкого окна целые, смотрите. Целые? Да. А смотрите, сколько нет окон в этих. Посмотри, сколько они попалили. Новострой, вываленные окна. В квартирах, если видно, фактически на всех этажах окон нет. Идем. Так, у Скаврона окна целые. Дурдом. Господи, помоги. Ну смотрите, у нас у